Новые мягкие модули для игр, сухие бассейны, детские музыкальные инструменты и инвентарь для занятий спортом появились в детском саду номер 28. На что потратили деньги, показали родительскому контролю. Встреча с родительской общественностью, которая позволяет родителям увидеть те закупочные материалы, те игрушки, то оборудование, которое мы покупаем для того, чтобы обеспечить федеральные государственные образовательные стандарты. Порадуют детей и новые конструкторы для занятий в кружках технической направленности. Очень большое внимание сейчас уделяется закупке именно конструкторов. У нас, как в школах, если есть робототехника, то в детском саду это кружки технической направленности. Наши дети еще не очень владеют робототехникой, поэтому у нас лего-конструирование. Закупили оборудование и игрушки в рамках программы дополнительного финансирования Министерства образования Московской области.